Всем хай, с вами Вектор, и сегодня вы на моем канале, и мы сегодня будем играть с вами в стенд. И хочу, чтобы вы меня простили за долгое отсутствие на моем канале. Ну, если что, я отсутствовал просто потому, что у меня не было времени на съемку видео, но сегодня мы решили, скорее я решил поиграть в стендов, так меня просили друзья. И я сразу решил уже при заходе в игру с вами начать, так сказать, ну, как бы приветствовать вас. Потому что, как сказать, у меня мало памяти на это все. И мне надо как-то где-то найти эту память. Надеюсь, я смогу снять видео полноценное, там где вы еще увидите, что я получу за этот раунд. Я правда плохо играю. Ну и вообще, почему я так тихо говорю, я не знаю. Что-то с голосом случилось. Немного такой хриплый. Давайте дальше. Ага. А, ну это не я убил его. Побежали. Ну, я хорошую команду выбрал. Ну, я, правда, фиговый играю, но... Ну, хоть что-то у меня есть, хоть... Ну, 1% опыта где-то. Хоть что-то я еще могу сделать. Я не знаю, кстати, когда следующий будет видос. Я уже отсутствовал 2 месяца. Максимум, я отсутствую 3 месяца. Блин, здесь их слишком много. Подыщи. Так, сейчас мы к ним подойдем. Блин, здесь что-то не очень хорошая тактика может получиться. Кстати, ничего в комментах не пишите за посторонние звуки. Ну, это может быть моя сестра, с которой я остался. Так что ничего в этом такого не будет. Стойте. Простите, ребята, я поставил на паузу, потому что ворвалась ко мне, как сказать, моя сестра. Мне пришлось с ней немного поругаться из-за того, что меня бесит, что она врывается и спрашивает, почему я ей сказала не заходить ко мне. Ладно, не буду говорить о своей семейной жизни. Давайте пойдем по этой лесенке. Будем еще отбиваться от тебя. Фу, блин, с ножа. Ну, да, я очень плохо играю в стрельдов. Не могу даже нормально нацелиться. Давайте сейчас. Они меня просто убивают с 2 выстрела в основном. Мне надо что-нибудь такое мощное прям. Где вот это? Это как его-то? Не помню, как это там называется. АКР. Как там написано, это АКР какой-то. Где этот рабаш? Ну, он мощный. Просто я в хэдшот еще не очень люблю целиться. Я в основном всегда просто стреляю по человеку. Слово. Я не могу нормально попасть в хэдшот. Чтобы примочила. Да, мне кажется, даже вы немного увидите другой, но я постараюсь все равно один раунд сказать, потому что вряд ли 2 раунда получится.
А меня очень много убивают. Мне надо сократить свои убийства. Ну, то есть свои смерти, то есть. Блин, на последнем месте, ну как обычно, таки бывает. Просто ужасный игрок в стендов, хотя не знаю, зачем я играю. Только вот убил одного и сразу другой подходит и убивает. Но я максимум за одну жизнь могу убить только одного или двух. Вообще вроде двух. Но у меня уже убийств многовато. Сколько там 5 убийств? Что за фигня? Не бойтесь, мне просто Эдвард пишет, ну, как вы знаете его. Это Эдвард, ну, кто смотрел Телевидовых еще давно. Ну, мы не будем сейчас о Телевидовых говорить. Что меня это бесит, эти сообщения с WhatsApp. Почему они так появляются? Почему они там мне пишут? В WhatsApp сообщили. Просто пришло. А, блин, пишут от кого? И когда первое только сообщили, тогда еще пишут другое. Сколько у меня сейчас убийств? 7 убийств. Я что, только двоих убил? Очень серьезно? Две минуты раунда. Ну, может, это 3 минуты. А ничего. Еще мы осторожненько подойдем. А, все завалили. Блин. Как я тебя убил. Мне никогда не догнать этого топа. Мне кажется, я все в этом раунде все время буду на последнем месте. Так как у них уже по 300, ой, по 30 уже убийств. У меня только 7 убийств. И короче, как обычно, самый лошарский соиковали. У меня был такой, что я был там на 3-м месте из 5, там 6. Ну да, есть совсем некоторые игроки, которые хуже меня играют. Но это редкость. Так, в основном, я хуже всех. Если ты взялся за стендов, ты должен уметь хорошо в него играть. Но я плохо в него играю. Еще мне, кстати, надо канал подоглядеть. Она у нас уже целых 45 подписчиков. Но меня все равно считают как какой-то, не знаю, не ютубер, а кто-то другой. Сколько у нас уже видос идет? Ну, правда, мало идет тоже. Вы, наверное, тоже увидите награждение. Ага. Ага, блин, не смог. Ну, зато 27 ран нанес. Хоть что-то надо было стрелять. По логике, или уже с одной пули вообще куда угодно уже хромать. А в них здесь вот сколько стреляешь, или... Ну, 12 убийств, это уже для меня такой большой так рекорд. Правда, почти до весь раунд. Но у меня сейчас уже нет шансов кого-то убить. Это по-любому будет один раунд, потому что мне не хватит памяти просто. А, все, раунд закончится, я даже не успею добежать. Все, мы выиграли. Йо-хо! Но все-таки я в победительной команде. 130 опыта, я почти на втором левле. Ну да, если честно, я настолько плохо играю в стрельбу, потому что
Я только набираю левли за это время. О, мне совсем немного опыта осталось накопить. Что если я получу 100 опыта, хотя бы это все хуже. Ну, все, ребята, сейчас я выйду из игры. Так, сейчас. Ну, я вообще хочу с вами попрощаться уже. Видео, правда, идет уже 10 минут. Надеюсь, вам оно понравилось. Если вы поставите лайк под этим видео, так как у нас меня скорее долго уже настолько не было долго, что уже, наверное, ну, немного аудитория, я уже спала. Ну, надеюсь, мы ее обратно поднимем, и я буду почаще выкладывать видео. Ну, а там всем пока и удачи. До скорой встречи.